Ночь, улица, ремонт асфальта. Сегодня особое внимание улице 9 мая. Символично, что накануне юбилея Победы в порядок приводят именно ее. Чтобы не мешать автомобилистам, работы ведут с 10 вечера до 5 утра. Идет не просто заделка отдельных ям, а восстановление больших участков дорожного полотна. Текущий ямочный ремонт методом горячего асфальта бетона. Вырезан участок был 400 метров. Вот сейчас его закладываем. То есть получается практически как новая дорога? Да, совершенно верно. Подрядчики уже завершили ремонт на центральной магистрали района, улице Мира, от Стахановского кольца до 9 мая, а также на улице Дениса Давыдова, от шоссе Космонавтов до Мира. Частично привели в порядок Левченко и танкистов. На сегодня в индустриальном районе отремонтировано порядка 12 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. На сегодняшний день заасфальтированы улицы 9 мая, частично улица Карпинского. Будут заасфальтированы в дальнейшем улица Леонова, улица Подводников сделаны и ряд других улиц. На каждый текущий ремонт гарантия у нас 2 года. В рамках муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» в индустриальном районе до середины октября планируют отремонтировать улицу Беляева от Власова до Свиязева, а также проспект Декабристов. Там обновят дорожное полотно, заменят бортовой камень, приведут в порядок тротуары. Всего же в 2015 году в индустриальном районе планируется отремонтировать почти 40 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети. Из них более 30 тысяч – горячим асфальтобетоном. Юлия Алеева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.